Так, 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 так. Как вас зовут? Светлана. Светлана. Так, а с ним где? Вот там, компьютерный. Виртужно впадина целая. Вам везет. Вам везет. Позвоночника не делала, да? Да. А то УЗИ. Кульшовый сугроб. Фюксартроз второй и третьей степени на одном, та третьей злива, понятно? Mm-hmm. То есть крепенько подгулявшая у вас суставы. Mm-hmm. Ну хорошо, хоть целая вертужная впадина. Да, сейчас мы проверим, какая там подвижность. Если там подвижность нормальная, так будет быстро лечиться. Понятно? Mm-hmm. Если ненормально подвижность, значит и... Буде, може, не писано. Ну, хоч треба зробити, щоб він болить, виходить, так? Да? Ну, не скажу, що прям болить. А як? Що? Він дає спати? Ну, то мене більше подвіжність беспокоїть. Ну, коли я сплю... А спати він дає, не болить. Ну, ось одне, то... так у нього він ночі спати не дає. Та ну, ні. Ну, підневається. Якщо там по роботі щось по дому, там, де-то по ділу, то, звісно, ну, підневає. У мене тут ззаді. Хорошо. А як? А ну-ка встаньте. Як не піднімається нога? Ну... А дальше вона не йде? Да. А вона сама легко піднімає? Ну, підіть сюди, йдіть сюди. Візьміть з рукою. Ну, повернеться. Щоб просто не опора була. І опускаємо. А той ногою? Ну, це я ну, можу та... притягнути до себе. А це не... не можу. Чого? Не достає руки? Руки не достає? Ні, тут тормозить. Хорошо. Так, знімайте кофту. Це мав цоколь, так? Так, забирай. Хорошо, там ще не дуже страшно, нічого немає. Зараз треба поработати. А ну-ка. Снимати? Да. А ну-ка ще й пройдіться. У мене, ну, десь отут от воно у мене є, ну, тягне тут. Ну, от так я сиділа, так? Да? Так, да, тягне. І... Послушно, ну, поясничне мисце тягне. Отут я, воно у мене тормозить. Так, да, так, да, так, да, хорошо. Ну, ще раз прошусь. Запомнили, як йдете? Вона ще виключена отак нога. Запомнили, так? Да? Ну, може зразу помінятися, а може не поміняється. Так, просто не ваша раз. Ну, ви роздівайтеся. Так, так, так. Що ще у вас? Руки не мають, плечі болять? Ні. Ну, отут, коли посижу, отут... Голову, цепочку знімай. Короче, головне болі головокруження. Шум в ушах. Сни сняться. О, да. Часто или редко? Редко. Редко, значит, понятно. Давно редко сняться. Не могу сказать, что с ней пошла. Значит, давно. Ну, сегодня что-то снилось. Становитесь повинны. Я распрямиться, я не могу, у меня вот тут держит. Так это же не по линии, то есть по линии. А, в смысле, я не понял. Ну, пальцами по линии. Ну, линии, сыт выходит, да. Ну, вот так, да. То есть стоим вот так. Угу. А тут... И это уже старается выравниваться, угу. Да? Не надо стараться, вот как вы стоите, так и стоите. Вот так легко стоять, угу. Да? Угу. Стоим. Еще и закрученная. Ну, хорошо, Светлана, садимся. Не ударьтесь только там бумагу. Вот тоже. Дуже близко поставил. Мне надо, чтобы рука не сильно свисала. Ком болит. Шум в ушах.
Як давно він беспокоїв? Ну, года 3, наверное. Так, снимок тут 2 года назад сделали. Там особо уже не обращал внимания, не особо понимала, что это. Ну, пока мисс ограничения сильно не стало, скандибала там, да? Давление у женщин должно быть 100 на 60, 90 на 60. У меня 120. Тихо. 120 на 80, это уже повыше. А тут 151, 91, 94 пульс. Переживаем или что? Ну, вообще, да. А что, паническая атака и бывает? Да нет. Тревожное состояние? Да нет, просто пока до вас ехала, все-таки переживала. Что, буду грудей ломать, что? Нет. А за что переживала? Что, ничего не поможет. Хотела, чтобы помогло. Слушай, Светлана. Или что вы скажете? Поможе, это 90%. 90% это не 50, не 60 и не 20. Только надо будет поработать. Сейчас легче станет, но этого же будет мало. А вы же что, самой Полтавы, чи что? Угу. А сколько километров это? 160, да? Ну, все тоже из Первомайска, тут тоже там, чи 20, чи 30. Дедушку возят, він вообще не ходил. Так. Так, дедушки 79, а вам сколько? 51. А менопауза же настала? Угу. Давно? 3 года. 3 года. И вот это после этого начало колбасить, да? Все упало. Вот, ну, так, наверное. Вот тут уже гормональные фазы. А приливы были сильные? Ну, не скажу, что там сильные. На гормонах не сидите? Да. Хорошо. Так. Нажимаю по точкам. Сколько лет? 51, да? Угу. Нажимаю по точкам, шкала боли от 0 до 10. Ну, понятно. Ну, наполовину были 5, там, если так, больше 6, 7, 8. Если чуть-чуть, там 1-2, если не вообще 0. Если в голову или в руку идет, тоже кашель. Угу. Что так, 0? Ну, нет, 4 здесь. С обеих сторон, да? Ну, слева это сильнее. Да, а так? Там 1-2. Так. 1-2. 1-2. Ну, тут, не, подожди, то есть 4 даже вот слева. Угу. Так. Ну, 5. Слева сильнее. Так. Ну, 5 тоже здесь. Ай, тут деревянно. Ну, тут не чувствуют, честно. Ай-яй-яй. Ой, слева. А тут просто карава. А что работа какая? Сидячая. За комбом, да? Ага, да. И сейчас